Уважаемые гости, компания Код Билайн приветствует вас. На экране вы видите наши контакты, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине неудобно оказалось время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то можно через некоторое время посмотреть запись нашего вебинара на сайте, мы выкладываем. Ну, также, возможно, какая-то еще информация вас заинтересует, так что милости просим. Сегодняшняя наша встреча посвящена НДФЛ, изменениям, которые произошли за это время, и, собственно говоря, что у нас есть нового. И наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Нормативную, так сказать, информацию мы с вами будем смотреть на слайдах. И будем параллельно переключаться на демо-версию 1С ERP вот таким вот образом. И смотреть, так сказать, ручками, трогать их и что-то пытаться сделать из того, о чем мы проговорили. Сейчас мы с вами снова возвращаемся на наши слайды и программу вебинара. Вы видите сейчас на экране, то есть мы поговорим про новости, которые произошли в НДФЛ, про отчетность 6 НДФЛ за 9 месяцев, НДФЛ с натуральных доходов, потому что достаточно много ошибок, которые возникают при формировании отчетности, связано либо с неправильным отражением, либо с неправильными датами, которые установлены и так далее. Ну и, собственно, вообще поговорим про платежки по НДФЛ, про уведомления и про дополнительные сервисы. Итак, что у нас с вами произошло нового за 9 месяцев? То есть вот сейчас у нас отчетность за 9 месяцев, и мы начнем немножко, напомню я, как бы для тех, кто только переходит на НДФЛ, на ERP, кто у нас дает 6 НДФЛ за третий квартал? То есть 6 НДФЛ – это у нас отчетность налоговых агентов, и в основном к налоговым агентам у нас относятся все российские предприятия, которые являются работодателями и, соответственно, начисляют заработную плату своим сотрудникам. Плюс к этому это у нас фермеры, владельцы каких-то частных практик, то есть те организации, те юрлица, у которых есть наемный персонал по трудовым договорам. Обратите внимание, что я делаю акцент именно на трудовых договорах. Сейчас у нас, кроме трудовых договоров, по-другому, как вы знаете, изменилось налогообложение сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. Если у нас в этом случае работодатель не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как самозанятый. Ну, естественно, сюда входят обособленные подразделения, что на выделенном балансе, что не на выделенном балансе. И иностранные организации, если они осуществляют выплату физическим лицам. В принципе, здесь у нас ничего не изменилось. То есть с начала года, как у нас были приняты, так сказать, революционные изменения, так это и осталось. Слава богу, революционных новшеств у нас по отношению к НДФЛ не происходило. За 9 месяцев мы должны с вами отчитаться не позднее 25 октября, то есть сроков переноса, когда, например, выпадает на выходные, у нас в этот период не происходит, потому что этот день у нас не является выходным. И напомню, что как вы сдаете НДФЛ, зависит от количества наемных работников, которые у нас есть. Если у вас более 10 человек наемных сотрудников, то вы должны сдавать НДФЛ только в электронном виде. И если 10 и менее, то вы имеете право сдавать на бумаге. Вот здесь хочу сразу сделать небольшой акцент, обратить ваше внимание на то, что в структуре налоговых органов произошли некоторые изменения. Сейчас нужно внимательно посмотреть, какая налоговая инспекция принимает отчетность, например, ну, по вашей организации, потому что сейчас по упрощенной системе с упрощенцами работают определенные инспекции, а другие подразделения работают уже со всеми остальными.
Сдать так же, как и раньше, в бумажном формате можно либо непосредственно лично явившись в налоговые органы, либо по почте. Не забудьте при этом составить опись. Но здесь у нас тоже присутствует маленькая изюминка. То есть у нас осталась форма отчета старая, но кое-что мы в ней должны делать по-новому. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим. Новая форма 6 НДФЛ за третий квартал. Здесь у нас вот что изменилось. Поскольку за 9 месяцев мы должны сдавать по новой форме. Ну, собственно, она не такая уж новая, она принята в прошлом году, 29 сентября, то есть практически уже ровно год прошел. И все поправки, которые были введены, у нас связаны с налоговыми платежами и со сроками уплаты НДФЛ. То есть сама по себе форма, как и прежде, у нас состоит из титульного листа и раздела 1, раздела 2. А справки 6, к расчету 6 НДФЛ мы должны включать в состав годового отчета. Ну и еще одно уточнение. Если, например, вы подали на ликвидацию, то и в состав ликвидационного расчета тоже должны прилагаться справки 2 НДФЛ. Сейчас мы с вами переключимся к слайдикам. К нашим слайдам поговорим вот о чем. Ну, во-первых, когда вы сдаете отчетность, вам в первую очередь нужно проверить актуальность вашего релиза, релиза вашей конфигурации. Потому что, как вы знаете, изменений было много, изменения происходят и до сих пор. И, естественно, все эти изменения находят отражение в новых релизах. И прежде чем сдавать отчетность, вам нужно проверить, какой релиз у вас установлен. Сделать мы это можем вот по такой пиктограммке. Мы с вами работаем на демо-базе ERP. И при переходе по этой пиктограмме мы с вами можем посмотреть вот такую пиктограммку и с точечкой, то есть информационное сведение. И в этом случае мы видим с вами сначала эта версия платформы и потом уже конкретно вашей конфигурации. Мы с вами сегодня будем смотреть на релизе 2.5 12.87. Это не самый последний релиз, но тем не менее он содержит все необходимые актуальные формы отчетности. Насколько вы знаете, если вы с ERP уже работали, ERP включает блок «Зарплата», и практически сюда входит зарплатный блок версии Prof. То есть практически все функциональные возможности, которые доступны в конфигурации 1С зарплаты и управления персоналом Prof, здесь у нас имеются. То есть это и кадровый учет, вот таким образом. И, собственно говоря, сама зарплата, то есть начисления, расчеты, все сведения и так далее. Так же, как и в ЗУПе, то есть зарплата управления персоналом, зарплатный блок очень сильно зависит от первоначальных настроек, то есть то, что вы задали при запуске программы или при переносе сведений из своей старой учетной программы. Поэтому проверьте, пожалуйста, насколько вы все корректно перенесли. То есть у нас есть раздел «Настройки и справочники». Вот мы переходим сюда и можем увидеть достаточно большой набор информации, которую нужно было внести или добавить, если вы переходили с какой-то другой конфигурации. Обратите внимание, что у нас теперь появилось несколько новых справочников. Один из них – это работодатели. То есть это работодатели бывших сотрудников, если вы вносите справки о заработке на предыдущих местах работы. Ну и, собственно говоря, здесь достаточно много сведений, обратите внимание на воинский учет. То есть так же, как НДФЛ, это сейчас становится одним из наиболее актуальных блоков, которые активируются дополнительно, то есть так же, как и
В других конфигурациях у нас есть возможность не активировать блоки, по которым вы не ведете учета. Ну и, соответственно, воинский учет один из таких блоков. Активацию вы должны сделать, если вы не работали раньше с воинским учетом, через раздел НСИ и администрирование. После этого вам становится доступен блок воинского учета, который, в принципе, включает все необходимые документы, сведения. И хочу напомнить, что сейчас за нарушение в сфере воинского учета предусмотрены достаточно большие штрафы, до 500 тысяч. Поэтому тоже вот обратите на это особое внимание. Снова сейчас мы вернемся к нашим слайдам. И вот о чем поговорим. Кроме того, что мы сейчас должны сдавать разные отчеты, то есть не только НДФЛ, у нас есть еще одно такое новшество. То есть сейчас, поскольку начисление заработной платы происходит в момент по дате выплаты, то теперь расчетов аванса, как раньше сдавали, например, там 40% от оклада и так далее, у нас уже не будет, и получается, что мы должны формировать начисление заработной платы за первую половину месяца, ну и, собственно говоря, за месяц целиком. Поэтому у нас возникла ситуация, когда необходимо подать два уведомления. То есть теперь уведомление о начислении у нас происходит два раза в месяц. И напомню, что это немножко другие сроки. То есть в июле 2023 года Минфин у нас изменил порядок предоставления налоговых уведомлений. И плюс к этому у нас НДФЛ списывается в первую очередь в приоритетном порядке из тех сумм, которые у нас уже имеются на едином налоговом счете. Напомню тоже немножко истории, то есть мы можем в новом году, то есть в 2023 году, можно подавать уведомления по старой системе, то есть платежкой, которая заменяет уведомление. Но если вы хотя бы один раз подали уведомление, то в этом случае право предоставлять платежку вы теряете, и вы должны предоставить обычное уведомление. То есть, собственно говоря, это порядок, который применяет сейчас большинство предприятий, то есть это уведомление о едином налоговом платеже и отправка такого уведомления в налоговые органы. И, соответственно, до 25 числа каждого месяца вы должны такую платежку подать, и до 28 вы должны перечислить НДФЛ. Покамест уведомление два раза в месяц у нас носит добровольный характер. И, соответственно, сдается оно до 12 числа, то есть второе уведомление с промежуточными данными. А 25 числа уже подается уведомление с окончательной суммой. То есть Минфин считает, что это позволяет более оперативно направлять средства в бюджеты регионов и, соответственно, чтобы у них не образовывались кассовые разрывы после ввода ЕНП. Если, например, вы подали уведомление, и у вас на расчетном, на едином налоговом счете не хватает средств на перечисление других налогов. Например, у вас начислено 5 000 по НДФЛ, вы должны заплатить, и 5 000 по другим налогам. А на счете есть, например, только 9 000 или 8 000, ну, неважно, какая сумма, но в этом случае в приоритетном порядке будет перечислен НДФЛ, а для уплаты остальных налогов вам нужно будет уже делать дополнительные перечисления на единый налоговый счет.
Еще один момент, который нужно учитывать, это почему-то, в общем-то, в этом году стали возникать вопросы. А если у вас спящая фирма, то есть, допустим, она не имеет наемных работников и не выплачивались никакие средства в качестве оплаты труда физическим лицам, то есть неважно по трудовым договорам или по гражданско-правовым, или по гражданско-правовым договорам, но тем не менее, нужно ли в этом случае подавать НДФЛ? А вот здесь есть очень интересная позиция, то есть официально считается, что если у вас не было перечислений в адрес физических лиц, то в этом случае и не надо подавать 6 НДФЛ, поскольку в этом случае вы не осуществляли функции налогового агента в течение этого периода. Но на самом деле предприятия предпочитают сдать нулевой НДФЛ, чтобы не возникало претензий о том, что отчетность вообще не предоставлена, поскольку по НДФЛ у нас, соответственно, возникают и пени, штрафы, и блокировка счета, если отчетность не сдана. И чтобы не провоцировать эту ситуацию, многие предпочитают все-таки нулевой НДС подавать. Хотя, на самом деле, если вы готовы бодаться с налоговыми органами, то вы можете попробовать это не делать и, соответственно, организовать себе досуг. А что у нас изменилось в отношении того, что заполняется у нас в 6 НДФЛ за третий квартал? В разделе 1 у нас он поменялся, то есть мы указываем удержанный в отчетном периоде налог, и не указываем сроки уплаты НДФЛ. В этом случае мы руководствуемся таким правилом, что с 2023 года у нас общие сроки уплаты НДФЛ со всех выплаченных доходов, в том числе и из больничных, и с отпускных. И в отчете за 9 месяцев мы приводим данные не за 3 календарных месяца, а нарастающим итогом за период с 23 июня по 22 сентября. И в этом случае обратите внимание на поля 020-024, где мы должны указать полные суммы удержанного налога без уменьшения на сумму возвратов. Вычитать из них суммы налога, которые вы вернули, например, работникам, не нужно. И мы записываем НДФЛ в поле 021. Мы пишем за период с 23 июня по 22 июля включительно. А в поле 022 за период с 23 июля по 22 августа включительно. И поле у нас, которое 023, мы заполняем за период с 23 августа по 22 сентября. Естественно, у нас при этом должна быть гиперссылка. А сейчас мы снова с вами переключимся на наши слайды, на нашу программу и посмотрим вот что. То есть у нас раздел отчетность, то есть там раздел, где мы формируем все отчеты, это в ERP раздел отчетность и справки. И у нас вот здесь есть раздел 1С отчетность. 1С отчетность это не только название раздела, но и название отдельного сервиса. В чем его особенность? То есть 1С отчетность, сервис, именно мы с вами говорим про сервис, это возможность напрямую обмениваться с налоговым сайтом, то есть всю информацию отправлять и получать напрямую через сайт налоговых органов без использования, скажем так, третьей стороны, то есть сайта оператора. Это может быть СБИС, Астрал, Контур, ну, то есть любые операторы, которые передают электронную отчетность. И, как вы видите, у нас здесь тоже появились отдельно справки НДФЛ для передачи в налоговый орган. Почему я заострила ваше внимание на разделе 1С отчетность и на сервисе 1С отчетность? Потому что
Это позволяет напрямую и более оперативно решать задачи с налоговыми органами. То есть, если, например, вы получили какие-то требования от налоговых органов и так далее, в этом случае срок ответа на такие документы достаточно небольшой и фиксированный. То есть, например, если мы говорим про отчетность ЕФС-1, то подача сведений, например, по кадрам, то есть по кадровым мероприятиям приема, увольнения, передачи, перемещения работников, мы должны подать сведения на следующий рабочий день. Обратите внимание, что по воинскому учету мы должны точно так же предоставить эти сведения, только уже не в налоговые органы, а в военкоматы. Сроки, правда, чуть-чуть более щадящие, то есть 2 недели. Раньше было, извините, неправильно сказала, раньше было 2 недели, сейчас 5 дней. И, соответственно, если в этом случае у нас требуется еще подать их через операторов электронной связи, то теряется 1-2 дня, что для таких сроков критично. И сейчас я перейду в раздел 1С отчетность, то есть это у нас журнал, общий журнал отчетов. Видите, когда мы переходим в раздел 1С отчетность, у нас программа сама себя хвалит, то есть она пишет, что такое именно сервис 1С отчетности, и перечисляет, то есть более подробно почитать можно по гиперссылке и подключиться к 1С отчетности, к сервису, то есть для работы напрямую с сайтами налоговых органов достаточно несложно, можно пройти по гиперссылке, здесь не требуется участие системных администраторов. Ну, сейчас более подробно мы на эту тему не будем разговаривать. А вот мы с вами вернулись в общий журнал отчетности. И, соответственно, здесь у нас особых изменений нету. То есть по кнопке «Создать» мы переходим с вами в меню отчетных форм. И вот здесь вот тоже возникали такие вопросы. Ой, а почему я в списке не вижу нужной мне отчетности? На самом деле, как вы видите, здесь есть две закладочки. Закладочка «Избранная» и закладочка «Все». Закладочка «Избранная» – это то, что у меня отражается в моем общем журнале. И то, что я уже, например, делала, выбирала, сдавала и так далее. Если я хочу в этот список добавить какую-то конкретную отчетность, ну, например, вот отчетность по физлицам, отчетность фонды или, например, отчетность по физлицам, вот, то я в этом случае на закладочке «Все» выбираю нужную мне отчетность. Ну вот, например, СЗВТД хочу сделать. И выбрать. В этом случае у меня данный отчет перемещается в папочку «Избранные», и при открытии этого журнала я уже буду видеть его в общем составе. Так, меню «Зарплата». И напомню, что у нас все начисления, которые мы проводим, находятся в разделе «Расчеты и выплаты» и осуществляются одним документом начисления заработной платы. То есть этот документ делает и, собственно говоря, расчет заработной платы, и начисление налогов, НДФЛ в том числе. Так, сейчас я закрою это, чтобы оно нам не мешалось. И, собственно говоря, если у вас возникают сложности с тем, как составить ЕФС-1, то здесь у нас все достаточно несложно. То есть при выборе печатной формы мы можем ее сформировать или уже в новом формате ЕФС-1, или в старом СЗВТД. В старом формате СЗВТД мы формируем только тогда, когда нам надо подать корректировочные сведения, потому что форма и старого отчета, и нового отчета, они разные. То есть не только форма, но и состав. И поэтому
требуется выбирать нужную форму для вашей конкретной ситуации. Если у вас все настроено четко, то вы, соответственно, можете использовать кнопочку «Заполнить», и в этом случае у вас подбираются все сведения, которые касаются кадровых мероприятий. Везде можно выбрать прием увольнения, можно выбрать все кадровые мероприятия. Так, но мы сегодня это не рассматриваем, а говорим только покамест про журнал конкретной отчетности. Снова возвращаемся к нашим слайдам. И хочу показать вам еще один слайдик, который касается дат. Достаточно много было вопросов, а почему в ERP неправильно формируется отчет по НДФЛ. Здесь нужно обратить внимание вот на что. То есть на самом деле в самом отчете изменений у нас не происходило. Мы, как и раньше, заполняем в них даты и суммы налога в отчетном периоде. И здесь нужно обратить внимание вот на что. То есть именно когда у вас происходила выплата налога, тогда у вас происходило и начисление НДФЛ не 30 числа, как мы привыкли за предыдущие периоды. То есть выплата у нас могла, например, быть и в межрасчетный период, а начисление мы делали по концу месяца, то есть начисляли НДФЛ с рассчитанных выплат. Сейчас мы НДФЛ ставим, дату НДФЛ ставим именно тогда, когда у нас происходила выплата. А вы видите здесь на экране, у меня есть ссылочка на КБК. То есть по КБК обратите внимание, какое вы проставляете. Соответственно, у нас уже прошло больше полугода, то есть у нас уже может действовать прогрессивная шкала, то есть 15% и 13%. И, соответственно, на один и тот же КБК у нас может приходиться начисление НДФЛ, которое происходит по разным ставкам. То есть, например, и по 15%, и по 13%. И также у нас дело касается и не резидентов, и резидентов. То есть это у нас ставки 13% и 30%. Но напомню, что 30% касается у нас не резидентов, которых, в общем-то, достаточно много. Это наши в основном дружественные республики. И если они не смогли подтвердить свою ставку резидента, то они теряют право на 13%. А вот в разделе 2 у нас произошли очень интересные изменения. Обратите на них тоже внимание. То есть у нас внешний раздел остался тот же самый, как и был. А вот заполнять его нужно немножко по-новому. То есть в поле 160 раздела 2 мы ставим общую сумму нарастающим итогом с начала налогового периода. То есть в нашем случае это период с 1 января по 30 сентября. И если мы меняем дату получения дохода в виде зарплаты, то они влияют на переходящие выплаты. То есть, например, если мы в июле выдавали зарплату за июнь, то мы ее отражаем в полях 110 и 112, а также исчисленный удержанный налог в полях 140 и 160. Сейчас мы с вами переключимся еще раз на наш слайд, на нашу демо-версию и посмотрим. Ну, сейчас мы с вами сделаем вот такую вещь. То есть мы провалимся в расчеты и выплаты. И у нас, ну, вот организация, например, у меня в Андромеде есть сотрудники. И заработную плату я хочу выбрать за период. То есть вот так. Вот так сделаем.
И если я начисляю заработную плату, то, соответственно, как вы видите, у меня здесь учитываются и начисления НДФЛ, и я выбираю заполнить. Так, а заполнить у меня не получится, потому что, извините, у меня сотрудники, поскольку это демо-база, у меня не было начислений за предыдущие периоды. Но остановиться мне хотелось на самом деле вот на чем, на чем. То есть мы с вами заполняем, во-первых, у нас есть дата, когда мы заполняем наш расчет, и есть дата, когда мы заполняем планируемую дату выплаты. То есть, естественно, эти даты должны быть в соответствии. И если здесь что-то у вас неправильно заполнено, то есть вот как у меня в настоящий момент, видите, у меня дата стоит сегодняшняя, то есть дата начисления заработной платы у меня будет сегодняшняя, а планируемая дата выплаты, извините, месяц назад. То есть, ну, во-первых, сразу возникнет сложность при проведении документа, а во-вторых, в этом случае у меня сразу возникнут сложности с составлением отчетности по НДФЛ. Так, мы с вами отсюда сейчас уйдем и снова обратимся к нашему слайдику, потому что здесь у нас нормативные документы. Кроме того, что вам нужно обращать внимание на поля 110, 112 и 140, 160, нужно обращать внимание на то, что мы в отчете указываем ту часть начисления, ту часть дохода, выплата которой пришлась на третий квартал. То есть, если мы выплачиваем зарплату за, например, сентябрь, выплачиваем в октябре, то, соответственно, у нас должна та часть дохода, которая в октябре, отразиться в нужном периоде. А та часть, которую мы уже выплатили в течение третьего квартала, мы будем указывать в формируемом отчете. Еще достаточно много вопросов возникает касательно дохода в натуральном виде. Ну, например, сейчас мы с вами перейдем еще раз в демо-базу и выберем раздел «Зарплата». И, значит, когда у нас возникают сложности с НДФЛ, с натуральных доходов. То есть, например, вы оплатили работнику проезд в такси или какие-то другие сделали начисления, которые выражаются, в общем-то, в натуральном виде. В этом случае у нас такие выплаты тоже облагаются подоходным налогом. И отразить это в программе мы можем с вами достаточно несложно. То есть у нас мы снова открываем общий журнал расчеты и, извините, не это сделаем, расчеты и выплаты. Зарплаты. Сейчас я вам слайдик сначала покажу, потом перейдем сюда еще раз. То есть это у нас раздел зарплата, это у нас раздел все начисления и, соответственно, по кнопочке создать мы с вами в этом случае попадаем в перечень достаточно большого количества документов, которые можно сформировать из этого журнала. И, как вы видите, второй пункт это у нас доходы в натуральном виде. Сейчас снова переключаемся с вами на меню «Зарплата». Зарплата. Здесь мы с вами можем открывать этот журнал и, соответственно, смотреть, что у нас там происходит. Мы выбираем с вами все начисления. И попадаем в то, что вы уже посмотрели на слайдике. То есть это у нас все начисления, журнал начислений. Если я уберу вот эту отметку, то у меня будут отражаться начисления по всем организациям. Ну, естественно, если оставлю отметку и выбираю какое-то конкретное юрлицо, то будет фильтр именно по этому юрлицу. Ну вот, как вы видите, у меня по организации «Деловой союз» есть сотрудники, которым производились начисления. Вот сейчас мы перейдем в апрельское. Вот вы видите здесь, что у нас перечислены сотрудники
И, соответственно, информация, которая у нас происходит по этим физическим лицам, у нас здесь отражается. То есть вы видите начисленные НДФЛ, и у нас есть вот такие вот вопросительные знаки. Обращайте на них внимание. Это контекстная справка. То есть это касается того, что вы видите в этом окошке. То есть у нас начислено и вопрос, комментарий, что это такое. То есть это у нас заработная плата, это у нас налоги. И, собственно говоря, если у нас были корректировочные какие-то выплаты, то они тоже будут отражены в этом журнале. Теперь мы с этого отсюда уходим и, собственно, возвращаемся вот... И сейчас один момент. Вот так. Что у нас начисление идет за первую половину месяца и за вторую половину месяца. Сейчас мы с вами еще раз зайдем в меню зарплата и все начисления. И посмотрим то, что мы на слайдике с вами уже видели, то есть перечень документов, которые мы можем сформировать в данном журнале. Ну и выбираем вот доход в натуральном виде. Например, у нас мы выплатили сотруднику 1000 рублей за такси, как я уже говорила. То есть в этом случае мы выбираем деловой союз, например, и выбираем вид дохода. В этом случае нам доступно, опять же, несколько вариантов. То есть у меня стоит натуральный доход. Мы можем добавить, то есть это справочник, который мы можем добавлять виды доходов. И, соответственно, если мы добавляли вид дохода, то надо обращать внимание на код и на кодировку и текстовый код. Так, вернемся снова к нашим слайдам. То есть натуральные доходы облагаются НДФЛ. И, соответственно, в этом случае ошибки чаще всего возникают при проведении авансовых отчетов, когда сотрудник предоставлял какие-то документы о том, что он получил доход, который облагается НДФЛ по нашему законодательству. И вам нужно обращать на это внимание, потому что именно то, что проводится по авансовым отчетам, часто вызывает вопросы. Ну и у налоговых инспекторов, и у бухгалтеров в отношении того, что облагается или нет. Сейчас мы с вами снова возвращаемся к нашему практическому примеру. И мне хотелось бы вот о чем рассказать, на чем заострить ваше внимание. То есть, в принципе, если вы заполнили правильно все сведения о сотруднике, о кадровых мероприятиях, то в дальнейшем расчет зарплаты сводится, собственно, к тому, что фиксируется время, когда сотрудник был на работе или, наоборот, время отсутствия. По разделу кадры у нас с вами никаких особых новшеств не происходило, революционных, во всяком случае. Здесь нам нужно обращать внимание на то, какие мы выбираем документы для начисления. То есть чаще всего это у нас отсутствие, когда мы фиксируем, например, болезни, неявки по невыясненным, например, причинам. То есть работник заболел, но больничный лист еще не выписан. Или когда переносятся отгулы. И еще один момент, то есть именно регистрация не отгулов, а прогулов. То есть мы выбираем для этого раздел отсутствия. Но для фиксации прогула, напомню, необходимы административные действия. Нужно зафиксировать отсутствие свыше 4 часов на рабочем месте. Причем это должен быть составлен документ первичный, который должен быть зафиксирован руководителем подразделения, в котором сотрудник работал. И, ну, собственно говоря, вот так. То есть, если мы выбираем этот раздел «Отсутствие болезней и прочие неявки», то мы можем выбрать болезнь, прогул, неявки как на какое-то конкретное лицо физическое, так и, соответственно, списком. Если это, например,
было вызвано какими-то другими причинами. И если мы выбираем вот так вот, то здесь все зависит от полноты заполненных сведений. То есть, если мы все сведения заполнили, выбираем, например, отсутствие по невыясненным причинам, то есть не прогул, а когда сотрудник у нас отсутствует, например, дал информацию о том, что он там заболел, но документы, которые подтверждают, документы, подтверждающие его правомерность отсутствия, мы еще и не имеем. Сейчас выберем какого-нибудь сотрудника. Извините, не то юрлицо выбрал, у меня на деловом союзе есть сотрудники, вот так вот. И вот в этом случае я выберу первую попавшуюся жертву, то есть я отмечаю, с какого по какое у меня человек отсутствовал по невыясненной причине. Ну и, соответственно, в этом случае у меня будет при формировании табеля этот период формироваться уже другими записями, то есть не явка, а отсутствие. И в разделе «Кадры», еще раз обращаю ваше внимание, у меня проставлена активация по воинскому учету, и здесь у нас есть раздел «Воинский учет». То есть это у нас в разделе «Кадры». И точно так же в разделе «Кадры» у меня есть работа с кадрами и еще один сервис дополнительный, на который я тоже хочу обратить внимание, потому что сервис у нас есть, но пользуется им не очень часто, хотя он очень удобный. То есть это у нас сервис 1С кабинет сотрудника. Он у нас есть и в разделе заработная плата. Вот вы видите тоже 1С кабинет сотрудника. И с НДФЛ, собственно говоря, он напрямую связан, потому что если мы используем этот сервис, почитать про него подробнее мы можем вот по такой вот ссылочке, которая в начале стоит у нас раздела. И здесь вы видите дальше инструкцию и комментарии, как мы можем подключить этот сервис. Он освобождает работу бухгалтера из, ну, достаточно основательно разгружает бухгалтера, потому что позволяет получить справки, допустим, те же, которые сотрудник раньше приходил в бухгалтерию, например, 2 НДФЛ, позволяет получить самостоятельно. Подключиться к этому сервису тоже достаточно нетрудно. То есть мы используем вот такую вот кнопочку «Подключить к сервису». А если какие-то неясности, то можно по гиперссылке перейти, почитать более подробно про этот сервис, про его настройки. Ну и, собственно говоря, я не могу показать здесь сейчас подключение, потому что у нас демо-база, и, к сожалению, она не имеет отдельного выхода. Но по кнопочке «Подключить» без участия системного администратора можно к такому сервису подключиться. И в этом случае сотрудник может получать и расчетные листки, и справки 2 НДФЛ, не отвлекая бухгалтера и экономя свое собственное время. Еще о чем как бы вот стоило бы сказать, это возможность работать что из раздела кадры, что из раздела заработная плата с электронной отчетностью уже этого года ЕФС-1. То есть если мы с вами из раздела кадры переходим, например, по ссылке электронные трудовые книжки, то мы попадаем с вами в раздел, где мы можем создать заявление для обращения в Единый социальный фонд России. То есть это сведения, выписка из трудовой книжки, это сведения о приеме, об увольнении. И что, в общем-то, нам больше сейчас интересно, это мы можем создать отчетность. Отчетность ЕФС-1 или или СЗВТД. То есть, ну, например, я выберу вот так. Отчетность о трудовой книжке. Заявление о предоставлении сведений. И в этом случае мы с вами можем выбрать каких-то конкретных сотрудников или списком, сформировать
сведения о трудовой деятельности, то есть выписку из трудовой книжки можем подобрать вручную, то есть конкретного сотрудника выбрать. Андромеда у меня нет сотрудника, значит, мы выберем деловой союз. Вот так вот. И дальше мы можем уже с вами либо через подбор вот выбрать, например, этого сотрудника, выбрать этого сотрудника. Когда мы выбираем какого-то сотрудника из списка, они у нас в общем списке становятся недоступны, то есть мы второй раз уже его не выберем. И после того, как мы выбрали нужных людей, они у нас переносятся в конкретное заявление. И, собственно говоря, мы с вами уже смотрели, что форму заявления мы можем... Неправильно сказала, извините, не форму заявления, а выбрать формат отчета, то есть, например, отчет. Сейчас мы с вами выбрали заявление о предоставлении сведений, то есть выписки из электронной трудовой книжки. А для того, чтобы сформировать отчет по форме ЕФС-1 или СЗВТД, мы с вами выбираем нужную печатную форму. То есть фактически программа формирует нужную нам форму документа. И мы выбираем только печатную форму. То есть в этом случае программа меняет формат сведений. Напомню еще один момент. Если у нас где-то в документе есть вот такие поля, то есть с красным подчеркиванием, то это значит, что такое поле обязательно для заполнения. И, соответственно, мы не можем оставить его незаполненным, потому что программа не даст провести и закрыть, она будет ругаться. То есть, видите, выдает мне ошибку и выдает комментарий к ошибке. Еще достаточно часто почему-то возникает вопрос, вроде бы кажущийся на первый взгляд несложным, но я вот что-то неправильно сделал, какая-то у меня ошибка. И я не вижу, что и где у меня находится. То есть сведения об ошибке у нас вот таким образом отражаются. То есть идет текст поля, и дальше идет снизу сообщение, которое появляется при попытке проведения документа. То есть если вы просмотрели, что у вас имеется поле с подчеркиванием, то вы увидите о том, что это ошибка уже только когда попробуете провести документ, то есть либо провести, либо закрыть. Нет, мы не будем сохранять наши ошибки. И вернемся еще раз с вами к разделу «Заработная плата». То есть, как вы видите, у нас в первом столбике перечислены в основном все наиболее часто употребляющиеся ситуации и первичные документы, которыми это можно оформить. И, собственно говоря, раздел «Отчетность» у нас практически включен и в раздел «Кадры», и в раздел «Заработная плата», и в раздел «Регламентированный учет». То есть, вот если я сейчас переключусь вот таким образом, у меня тоже есть раздел 1С «Отчетность». Это на самом деле один и тот же раздел для удобства работы, чтобы не переключаться и соблюсти права, потому что часто для работников, которые работают с кадрами, права работы с регламентированным, допустим, блоком регламентированного учета ограничены. То есть, соответственно, чтобы для удобства можно работать из каждого блока. Если мы выбираем, допустим, с вами раздел «Кадры» или раздел «Зарплата», то в среднем столбике, кроме блока отчетности, у нас есть наиболее тоже такие употребимые документы, которые встречаются в процессе начисления заработной платы. Сейчас мы с вами еще раз посмотрим на наши слайдики. Это слайдик, который мы с вами уже смотрели, то есть когда доход начисляется в натуральной форме. И в этом случае мы заполняем, как вы видите, берем жертву, то есть берем физическое лицо, которое получило конкретный доход, проставляем сумму и, соответственно, облагается или не облагается НДФЛ.
И еще одна информация, которую мне хотелось бы показать, это по перечислению уже удержанного НДФЛ. Как я уже говорила, у нас сейчас приоритетное перечисление НДФЛ. Причем мы можем сейчас, юридические лица могут перечислять НДФЛ за счет собственных средств. Вы видите ссылку на нормативный документ, что с 2023 года у нас по единому налоговому платежу отменяется статья Налогового кодекса, которая запрещала агентам платить НДФЛ из собственных средств. Поэтому мы можем перечислять на единый налоговый счет документы, перечислять на единый налоговый счет суммы, которые еще не удержаны, но тем не менее необходимы для погашения задолженности. И напомнить вам хочу про периоды, то есть у нас при расчете по НДФЛ берется период с 23 числа предыдущего месяца по 22, то есть не 30 дней, как мы берем по другим, допустим, налогам, а с 23 по 22. Но поскольку у нас конец года уже не так далеко, то обратите внимание на декабрьскую зарплату. То есть мы берем с 23 декабря по 31 декабря период, поскольку последний календарный рабочий год. А за период с 1 января по 22 января, не позднее 28 января. То есть это сроки перечисления исчисленного и удержанного налога. А вот расчеты мы подаем, то есть, соответственно, по 6 НДФЛ за квартал, полугодие, 9 месяцев. То есть у нас единый срок сейчас 25 число. И, соответственно, если мы отчитываемся за год, то это будет 25 февраля. И не забудьте про уведомление, про второе уведомление, которое предприятие обязано подать. Не обязано подать сейчас еще в добровольном порядке за промежуточную выплату, то есть за период выплаты аванса. Снова еще вернемся мы к нашим слайдикам, и показать мне хотелось вам вот что. То есть у нас в разделе 1С отчетность, вот таким образом сейчас еще перешли, кроме самих отчетов, которые мы можем сформировать, что из раздела кадры, что из раздела зарплата, что из раздела регламентированный учет. Сейчас вот мы перешли с вами в раздел регламентированного учета. То есть у нас есть вот такие возможности. То есть сам регламентированный отчет – это общий журнал отчетности. Соответственно, уведомления, сообщения, то есть это переписка с налоговыми органами. И есть личные кабинеты. То есть мы с вами смотрели личный кабинет, который в разделе «Зарплата и кадры», то есть это личные кабинеты сотрудника. В личном кабинете сотрудника сотрудник может получить сведения о своем заработке, о расчетных листках, то есть заказать справку. Но кроме этого, у нас есть еще в разделе «Регламентированный учет» еще личные кабинеты, которые касаются уже конкретно наших юрлиц, то есть наших организаций, которые включены вот в программе, вы ведете, ну, например, в состав холдинга. То есть, кроме того, что у нас есть личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя или юридических лиц, у нас есть вот такие отчеты, которые позволяют приходить сразу на сайт налогового органа или фискального органа. Вот так мы закроем. Раньше здесь была запись просто личный кабинет ФСС, личный кабинет ФСС, где мы работали с электронными листками нетрудоспособности и с другими сведениями по ФСС. Сейчас, видите, здесь немножко изменилась надпись СФР, то есть бывший ФСС. Ну и, соответственно, собственно, смысл остался тот же, потому что информация, которая здесь размещена, практически такая же, как была и до
1 января этого года, то есть это информация по соцстраху. И кроме этого, у нас здесь есть личные кабинеты, которые касаются банковских сведений, то есть это работа с банком, если у вас есть какие-то кредиты, предоставление сведений по этим кредитам и так далее. И есть достаточно много другой информации, то есть единый портал госуслуг, статистика. Вот обратите внимание на статистику, потому что так же, как воинский учет, статистике сейчас уделяется тоже большое внимание, и с прошлого года статистика начала реально применять штрафные санкции за несдачу отчетности, за нарушение сроков отчетности и так далее. То есть, если мы переходим, например, вот по такой гиперссылке, мы с вами попадаем на сайт статистики. Ну вот, видите, поскольку у нас демо-база, мы не можем показать переход. Я сейчас закрою. Смысл в том, что вы попадаете на сайт статистики и по своему ИНН смотрите, под какие выборки попало ваше предприятие. Поскольку за этот год статистика разместила достаточно много новых отчетов, новой информации, то вам обязательно нужно перед сдачей отчетности проверить, может, вы попали в какие-то выборки. И, соответственно, потом платить штрафные санкции, которые, кстати, на первый раз, то есть, так сказать, на первый случай правонарушения составляют до 70 тысяч, а при повторном нарушении до 150 тысяч, это за несвоевременную сдачу или за несдачу статистической отчетности. Ну, то есть потратить 5 минут на то, чтобы проверить, это гораздо все-таки дешевле, чем потом платить вот такие штрафные санкции. И то же самое касается воинского учета. Но в воинском учете штрафные санкции больше, как я говорила, уже до 500 тысяч за неуведомление, за другие нарушения. За неуведомление сотрудника, например, о вызове в военкомат. Сейчас мы с вами переключаемся снова на наши слайды. Я хочу вернуться к нашему титульному, так сказать, листу и напомнить вам наши контакты, то есть нашу электронную почту, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Мы будем рады обратной связи, мы будем благодарны вам за вопросы. Если у вас какие-то возникли, присылайте, мы сможем ответить уже адресно, то есть любым удобным для вас способом. И второй момент более подробно, потому что в этом случае мы будем не ограничены по времени. То есть присылайте ваши вопросы, присылайте темы, которые вам хотелось бы более подробно осветить. Мы будем рады сотрудничеству. И компания Кодерлайн, к сожалению, у нас время уже закончилось. Компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за проявленный интерес. Мы будем рады сотрудничеству. Надеемся, что окажемся вам полезными. На этом разрешите попрощаться. Всего вам доброго, хорошего дня.